КГУ за круглым столом обсудили господдержку семьи и детей. Ежегодно в регионе растет рождаемость, плюс 1000 малышей. Помогают областные и федеральные власти. Только за счет регионального бюджета сегодня действует 12 программ для многодетных семей. Без внимания не остаются и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Наш регион один из первых, где запустили программу «Ответственный родитель». Это и финансовая поддержка, и помощь в трудоустройстве. Как результат, за последние годы число сирот и тех, кто остался без попечения родителей, сократилось почти в 3 раза. Сегодня их 345. Активно ведется работа и по пропаганде семейных ценностей. Продумывают и новые формы. Был проект, уже вывешен для обсуждения, проект Министерства образования. И главная его тема, если студентка в период своего обучения на коммерческой основе рожает ребенка, то она автоматически переводится на бюджетную основу. Такой приказ уже есть, поэтому будем надеяться, что он вступит в силу. Все больше женщин сегодня решаются не только на первого, но и на второго и третьего ребенка. За последние несколько лет число многодетных семей увеличилось почти наполовину. Сегодня таких в регионе больше 9 тысяч.